Привет! Всем привет на канале Давид Kids TV. Сегодня у нас вот эта коробка Бетер Яйца для Kinder Maxi. Точно! Мы продолжаем открывать яйца, которые нам принес пасхальный зайка, который мы искали в саду. Если вы не видели этого видео, то ссылка внизу. Открываем. Ты хочешь начать вот с этих? Давид хочет начать с коробочки, в которой находятся 4 яйца. Ой, сейчас закатятся все. И в этой коробке у нас одна гарантированная коллекционная игрушка. Да? Давай доставай. Даже можно он там пак зайти. Что? Пак зайти можно. И можно всяких зверей он там найти. Всяких зверей найти? Это Animal Planet. Ты можешь, хочешь сказать, что там у нас в коллекции какие-то звери есть, да? Ну, давай посмотрим. И еще там у тебя яйцо одно. 4 яйца всего. Вот у нас вот такая упаковка с пасхальным зайком. Всем привет! Я пасхальный зайка. В Германии есть такая замечательная традиция, что дети ищут яйца в саду. Так вот, сегодня Давид нашел так много яиц в саду. И уже открывает первое яйцо. Ну-ка. О! Нам попалась сегодня вот такая лягушка, которая умеет прыгать, Давид. Сейчас тебе покажу, как она умеет прыгать. Она еще и прыгать умеет. Вот, она как в скакалку как будто бы прыгает. Ага, интересное кино. Нам попалась вот такая лягушка. И что она умеет делать у нас? Прыгать. Вот так умеет только вращаться, что ли, и больше ничего? Только прыгать. А как она прыгает, интересно? Ну-ка. Так, что ли? Тик. Непонятно, как она прыгает. А тем временем Давид открывает уже второе яйцо. И что же попадется нам в нем? Ну и что, уже готово? Да. Так, вот у нас такая классная стрелялка. Мы их с Давидом очень любим. Мы в ванной с ним стреляемся. Так. Водой брызгаемся, да? Можно набрать воды. А давай наберем воды. Давай. Ты не хочешь быть мокрым? Нет? И я буду в тебя брызгаться. Вот так брызгаться буду в Давида. Да? Мы сегодня в ванной испробуем это. Да? Дай пять. Испробуем? Испробуем. Да. Дыщ. У нас теперь много таких стрелялок. Да? Два. Нет, у нас 3 уже таких. Вова, круто. Вот такая вот стрелялка. В общем, все понятно. Окей, открываем следующие яйца. Ну-ка, что у нас там еще? Вот это. Давай. Какие у нас там еще игрушки будут? Одна должна попасться нам коллекционная из Animal Planet. Попадется нам она сегодня, как ты думаешь? Да? Ну тогда открывай скорее. Значит, сынули. А у нас попался зайка. О, тебе у нас целая коллекция. Мы собрали оттуда зайчиков. Целая коллекция заек. Вот такой зайка нам попался. Что-то лекцию мы собираем. Да, и что же у нас зайка умеет? Рисовать. Он умеет рисовать, да. Вот такой зайка. Нет, на столе не надо рисовать, окей? Мы будем рисовать только на бумаге. И нам попался вот такой зайка, который у нас, у него ручки-ножки как карандашики, и можно еще рисовать. Вот, например, можно рисовать такой цветочек, да, положить бумагу и вот так сверху что-нибудь нарисовать. И заодно поразвивать мелкую моторику. Все, у нас сегодня зеленого цвета. Да? И тем временем Давид открывает. Оранжевая капсула! И у нас оранжевая капсула. Ура, ура, ура! Здорово! Ну что? Новая яйца! Кто? Зайка! Да ты что? Да. И нам попался заяц, который у нас может быть до 7 килограмм весу. Ничего себе какой! Огромный, 70 сантиметров в длину, может быть. Вот, а питается он яблоками, грибами, всякими злаковыми. Подожди, вот такой подожди. Зайка. А это вся коллекция. Можно. Держи, а мне давай зайчика. Так, а вот у нас и сам зайка. Давидка, такие зайцы у нас бегают по полю, да? Мы как-нибудь вам заснимем, потому что у нас очень много таких зайцев бегают по полю, действительно. В общем, вот такие вот классные они. И очень рад. Такой пасхальный зайка принес сегодня Давиду все яйца. Прыг-скок. А теперь Давид хочет открыть самые большие яйца Kinder Maxi.
что там? Котлетик! Нет, ой, нет, что нет. Там? Что там у нас там попалось? А? Что-то новое. Что-то новое. Так. Что-то новое. Давай разбираться. Вот такой нам попался сегодня кузнечик, который у нас что-то несет. Что это у него такое? Какой-то контейнер, что ли, не знаю. Гривенчик. А? Гривенчик. Это светильники. А, я поняла, для сверчков. Давидка, ты молодец. Это у нас такой кузнечик, который несет с собой контейнер для сверчков. Вот у него на крышечке даже нарисован сверчок. Да, Давидка, ты абсолютно прав. Ну ты даешь, молодец. Давай соберем его. Нам попался вот такой кузнечик, который у нас несет вот такую колбочку. Давай, банку можно назвать ее, да? Вот так ему одеваем ее. Как рюкзачок на спинку. И туда можно лягушку. Лягушку тоже можно туда поставить? Эй, классно. Опа. Все, одели. Вот. Мы ему одели вот такую вот баночку. На спине у него вот такая банка, да, которую можно положить всяких разных жучков и паучков. А сверху, самое интересное, а сверху увеличительное стекло, и можно сквозь него посмотреть и увидеть, кто там. И такая иллюзия тут происходит, как будто он в воде, что ли. Да? Ну-ка. Опа. Так, даже не... А, вот, потому что он поднялся. Вот так, если мы сейчас на него посмотрим, то увидим. Увидим там. Кого? Кого ты... Кто это сказал? Кто это лежит там на дне? Богомол, Давид сказал, кто там лежит. В общем, это у нас лупа. И то есть под ней можно посмотреть разные при разные. Тут еще картинки, которые можно класть внутрь вот этого кузнечика. Да, вот этой банки кузнечика. Или можно положить вот тут такие даже у нас жучки и паучки на цветочках. И все это закрываем крышечкой. И все, это у нас так несет Давиду. Такой кузнечик, который много-много работает. Так, что-то новое. Так, что-то новое. Смотрим. Ой, и опять что-то большое такое. Какие игрушки в этот раз, да, нереальные. Нам попался вот такой вот, такая букашка, в которой есть такой на спине цветочек. И которая может что делать, Давид? Которая может брызгаться водой. Еще одна стрелялка у нас появилась. Да, такая вот милая. Ну что, мы сегодня будем с тобой делать битву, Давид, в ванну. Да, смотри, значит, вот у нас вот такой. Мне всего понравился зайчик, и вот этот цучок, и вот этот цучок. Да? Да, они все классные. И зайчик, и лягушка, и вот это, значит, это. Да? Смотри, значит, вот так на спинку. Оп! Вот так он присоединяется к ней на спинку. Вот такой цветочек, и которого вот тут такой находится насосик, который можно забрать в воду и брызгаться. Давай попробуем. Так, ну что? Я налила туда воду. И сейчас будем брызгаться. Какой ты выбираешь? Вот этот? Ну что, давай начинать. А-а-а! Попал! Прямо в лицо! Давидка, у нас сегодня двое заек. Двое зайки у меня. Две зайки нам попали, да. Давидка, какая игрушка тебе понравилась больше всего? Да, вот эта. Зайка? Да? Ну, классно. Такие обалденные игрушки нам сегодня попались. Ну что, давай прощаться будем. Пока-пока-пока. И не пропустите на видео, и можете только на видео, одно видео, и много видео можно натасочить. Короче, друзья, смотрите наше видео и до новых встреч. Пока! Пока-пока! Это звук, это лягушка, это лацета, это зайчик, это зайчик, это тоже жучок. Тоже жучок. Что будем смотреть? Понравилось? Ставь лайк!